А в Москве стартовал международный турнир Moscow Open по шахматам. Форум начался с детского этапа Кубка России «Умные дети. Сильная Россия» среди мальчиков и девочек до 9, 11 и 13 лет, а также юношей и девушек до 15 лет. В данном этапе принимает участие более 1000 шахматистов разного возраста, в их числе около 20 из Дагестана. Соревнования проходят по швейцарской системе в 9 туров. Помимо этого, в рамках Moscow Open 2023 состоятся крупные этапы Кубка России среди мужчин и женщин.